Всем привет, снова Маруся. Сегодня мы решили сделать небольшой обзорчик нашей тушенки, потому что многие просят, не попробовали тушенку, не показали, какая она есть. Прошло, правда, уже, мы делали ее когда в январе. Кому интересно, могут перейти по ссылочке или по подсказке и посмотреть, где мы снимали тушенку. Без автоклава, а в обычной кастрюле. Но многие просят попробовать. Показать. Прошло уже полгода, больше даже, наверное. Ну, мы зимой снимали. Вот у нас баночка еще осталась одна. По крышечке можете узнать. Там я снимала крышечка. Это же. Храним мы ее в погребе. Кто-то говорит, а можно дома хранить? Можно. В прохладном месте можно. Потому что у меня даже стоят баночки, иногда даже открытые, в холодильнике стоит. Может неделю простоять, и ничего ей не будет. Сейчас я ее открою и покажу. Вот смотрите, видите, даже тут не видно, наверное, а наша крышка вакуумируется. Кто-то говорит, что это небезопасно. Она вакуумируется, там нету никакого ни воздуха, ничего. Полностью она, вон, видите, находится в желе, в собственном соку. Это собственный сок, без всякой воды. Откроем с помощью вот такой открывашки. Продается в Фикспрессе. Вообще замечательная вещь. Можно любую банку, которую невозможно открыть. О, как хорошо закрыто. Даже... Вот вам и пожалуйста. Потому что они вакуумируются и очень тяжело открывается. Сейчас еще раз попробуем. Хотя вот эта штука очень хорошо открывает банки. Вот не хотела этого делать, хотела показать, какая прекрасна вот эта вещь, хорошо, как открывает банки. Но чувствую мою то, что она так просто не откроет. Сделаем другое по-русски. Выпустим воздух. Вернее, впустим. Оп, слышали? Все, вакуум снятый. Все, наша тушенка открыта. Вот смотрите. Сверху прям вот мясо, которое было, вот оно. Вот. Листик, который я ложила, их можно убрать. Вот тушенка. Жира немного, абсолютно немного, потому что мясо не жирное я использовала. Вот выкладываю. Ой, какая вкусная. Кусочек попробовала. Ну, видите, какая замечательная тушенка. Во-первых, цвет мяса натуральный, сохранен. Вон какие разваренные волокна. Вот она, настоящая тушенка. В собственном соку. Вон какой, даже желе, видите, какое прозрачное. Это собственный сок. А какое оно вкусное. Ой. Очень вкусно. Видите, какая замечательная тушенка, которую вы можете просто сварить сами, используя просто обычную кастрюлю. И всего-то нужно несколько часов. Посмотрите по видео, как я варю. Все это очень быстро делается и легко. Даже человек, который никогда этого не делал, с легкостью приготовит себе домашнюю тушенку. Всем, кому понравилось, пишем комментарии, ставим лайки, не забываем подписываться. Всем пока!